Стихийные беспорядки, охватившие Казахстан, уже привели к отставке правительства. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель, а также на социально значимые продовольственные товары. Однако взять ситуацию под контроль только этими решениями не удается. В крупнейших городах республики новые столкновения. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкейт. Толпа с дубинками, центр бывшей столицы Казахстана охвачен беспорядками, здание администрации Алма-Аты полыхает. На главной площади и около госучреждений бронетехника. Протестующие вновь захватывают полицейские машины, избивают палками силовиков, используют светошумовые гранаты. Страна в огне. Казахстан вступил в Новый год с массовыми беспорядками «Спутник Камшат обдираем». Акции протеста в Казахстане начались в первые дни Нового года. Жители городов Жаназен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа. 1 из 17 акций протеста в Казахстане начались в первые дни Нового года. Жители городов Жаназен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа. Спутник Камшат обдираем АФП-2021. Раслан Пряников. В начале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. 2 из 17. В начале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. АФП-2021. Раслан Пряников. Reuters. Павел Микхеев. Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Озвучено Яндекс.Спичкейт. 3 из 17. Он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Reuters. Павел Микхеев. Reuters. Павел Микхеев. Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. 4 из 17. Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Озвучено Яндекс.Спичкейт. Reuters. Павел Микхеев. Reuters. Павел Микхеев. В Алма-Ате, крупнейшем городе страны, произошли столкновения митингующих с силовиками. 5 из 17. В Алма-Ате, крупнейшем городе страны, произошли столкновения митингующих с силовиками. Reuters. Павел Микхеев. Associated Press. Фото. Владимир Третьяков. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. 6 из 17. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. Associated Press. Фото. Владимир Третьяков. Reuters. Павел Микхеев. На фото. Участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи. 7 из 17 на фото. Участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи. Reuters. Павел Микхеев. АФП-2021. Абдазиз Мадяров. В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение. 8 из 17. В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение. АФП-2021. Абдазиз Мадяров. Reuters. Павел Микхеев. Там вводится комендантский час. Запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение. 9 из 17. Вводится комендантский час. Запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение. Reuters. Павел Микхеев. Associated Press. Фото. Владимир Третьяков. В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет. 10 из 17. В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет. Associated Press. Фото. Владимир Третьяков. Associated Press. Фото. Владимир Третьяков. Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ. 11 из 17. Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ. Associated Press. Фото. Владимир Третьяков. Associated Press. Фото. Ян Благов. В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане. 12 из 17. В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкейт. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Associated Press. Фото. Ян Благов. Associated Press. Фото. Владимир Третьяков. В российском МИД отметили, что выступают за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушения законов. 13 из 17. В российском МИД отметили, что выступают за мирное решение всех проблем,
а не через уличные беспорядки и нарушения законов. Associated Press Photo Владимир Третьяков. Associated Press Photo Владимир Третьяков, президент Казахстана, второй раз за сутки выступил с обращением к нации. 14:17 президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации. Associated Press Photo Владимир Третьяков. Associated Press Photo Владимир Третьяков, он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. 15:17 он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений. Associated Press Photo Владимир Третьяков. Reuters Павел Микхеев. Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет Безопасности Казахстана. 16:17 Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет Безопасности Казахстана. Reuters Павел Микхеев. Reuters Стрина. Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей. 17:17 Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей. Reuters Стрина. 1 из 17 акций протеста в Казахстане начались в первые дни Нового года. Жители городов Жаназен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Спутник Камшат обдираем 2 из 17 в начале. Президент Касым Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. АФП 2021 Раслан Пряников 3 из 17 ем. Он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Reuters Павел Микхеев 4 из 17, президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкой. Reuters Павел Микхеев 5 из 17, в Алма-Ате, крупнейшем городе страны, произошли столкновения митингующих с силовиками. Reuters Павел Микхеев 6 из 17, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Associated Press Photo Владимир Третьяков 7 из 17 на фото. Участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи. Reuters Павел Микхеев 8 из 17 в нескольких регионах ввели чрезвычайное положение. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. АФП 2021 Абдазис Мадяров 9 из 17 вводится комендантский час. Запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение. Reuters Павел Микхеев 10 из 17 в стране из-за массовых беспорядков отключили интернет. Associated Press Photo Владимир Третьяков 11 из 17 корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Associated Press Photo Владимир Третьяков 12 из 17 в Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане. Associated Press Photo Ян Благов 13 из 17 в российском МИД отметили, что выступают за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушения законов. Associated Press Photo Владимир Третьяков 14 из 17 президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации. Associated Press Photo Владимир Третьяков 15 из 17 он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений. Associated Press Photo Владимир Третьяков 16 из 17 кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет Безопасности Казахстана. Reuters Павел Микхеев 17 из 17, также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Reuters Стрина накануне задержали 200 человек. Около сотни полицейских травмированы, 4 десятка служебных автомашин разбили или сожгли. Но очевидно, протестующих это не останавливает. Введенный режим ЧП и комендантский час пока тоже не изменили ситуацию. Въезд в город ограничен, митинги, забастовки, зрелищные и спортивные мероприятия запрещены. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Бизнесменов просят в ближайшие два дня не вызывать сотрудников на работу. Но на улицах разгоряченная толпа, и силовикам не удается ее сдержать. Днем протестующие подожгли здание акимата мэрии Алма-Аты.
загорелась и генпрокуратура. Тем временем в городе, с которого начались протесты, Жена Зёня, на улицах тоже тысячи митингующих. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Требования снизить цены сменились политическими. Люди призывают вести народные выборы акима каждой области и города, вернуть Конституцию 1993 года и привести к власти внесистемного человека. Протестующих пытался успокоить мажилисмен Бахытбек Смагул. «Люди имеют право выходить на мирные митинги», — говорил парламентарий. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. «Полиция не должна применять оружие. Нам нельзя допускать человеческих потерь». Он подчеркнул, что вышедшие на митинги требуют лучшей жизни. Но нельзя поддаваться провокациям и наносить ущерб государству и другим людям. «Роспуск правительства – свидетельство того, что власть слышит свой народ», – убеждал депутат. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Если потребуют, он тоже уйдет в отставку. Смагул повторял, нельзя допустить то, что было в Жена Зёня в 2011 году. Тогда произошла массовая забастовка нефтяников, вылившаяся в крупные беспорядки в городе. 15 человек погибли, сотни были ранены. Власти жестко подавили выступления. Забастовки нефтяников, которые требовали улучшения условий труда и повышения зарплат, вообще часто случались в Мангистауской области в те годы. Основа экономики региона – нефтегазовый сектор. Тут 6 десятков месторождений и сотни промышленных предприятий. Разведанные запасы нефти превышают 3 миллиарда тонн. В области работает ведущая нефтеперерабатывающая компания Республики Мангистау-Мунайгаз. Оттуда начались и нынешние протесты из-за резко подорожавшего сжиженного газа, которым заправляются большинство автомобилей в регионе. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкейт. Власти не сразу придали серьезное значение ситуации, хотя теперь парламентарии говорят, что замечали недовольство и предупреждали правительство. Власть ответила госрегулированием, принципиальные решения начали принимать только 5 января, очевидно, с запозданием. Полгода цены на сжиженный газ, бензин и дизель будет регулировать государство. На тот же срок введут и мораторий на повышение тарифов ЖКХ для населения. Такаев считает, что и цены на продукты должно контролировать государство. Сколько продлится мораторий, решат власти регионов. Правительство, в том числе Минэнерго, а также Касмунайгаз и Казахгаз, виноваты в общественном резонансе по поводу роста цен на газ, перечислял Такаев. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкейт. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкейт. Президент обратил внимание, что еще в июне поручил построить завод по производству сжиженного газа на базе казахского газоперерабатывающего предприятия, но пока готово лишь технико-экономическое обоснование проекта. Вопрос с его финансированием не решен. Не проработан действующий порядок распределения и продажи сжиженного газа. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкейт. Нет никаких механизмов, ограничивающих рост цен в электронной коммерции. В результате Минэнерго не смогло оперативно отреагировать на электронную торговлю, перечислял Такаев. В будущем нужно качественно пересмотреть газовую отрасль и полностью обеспечить внутренний рынок. А пока Генпрокуратура совместно с Агентством по защите конкуренции проведут расследование на предмет возможного ценового сговора компаний по производству сжиженного газа. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. По сообщениям местных СМИ, задержан директор газоперерабатывающего завода ГПЗ в Мангистауской области, руководитель якобы взвинтил цены без причины. Задержан и руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом. Именно этот механизм собирались использовать власти вместо госрегулирования цен. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкейт. Обязанности премьер-министра возложили на Алихана Смаилова. В прошлом вице-министр иностранных дел Казахстана, вице-министр финансов, первый заместитель премьер-министра. На фоне протестов к людям обратился верховный муфтий Наурызбай Кажы Таганулы. 30 лет назад мы добились независимости, о которой мечтали наши предки. И сомнительно, что они служат основной причиной недовольства казахстанцев, отмечает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ММОРАН Станислав Причин. Повышение цен отменили, но это не повлияло на динамику развития протестов. Власти не рассчитали такую реакцию, как это было несколько лет назад, когда проводили земельную реформу и по всей стране прокатились антикитайские выступления, приводит аналогию собеседник.
Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. География тоже показательна. Протесты начались на западе страны. Здесь несколько факторов: достаточно пассионарный характер местных жителей, которые всегда активно защищают свои права. И во-вторых, повышенные требования по соцобеспечению, перечисляет причин. Регион, где добывают 20% нефти и газа, не богат, большая часть средств уходит в центр. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт. Озвучена Яндекс Спичкайт. И у людей возникает запрос на социальную справедливость. А добыча ведется на старых месторождениях, инвестиций нет, а значит, нельзя увеличить объем производства и обеспечить рост зарплат. Кроме того, скорость, с которой беспорядки охватили всю страну, говорит о достаточно высокой степени организованности. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт. И все же ожидать, что в ближайшее время удастся успокоить жителей, не стоит.